З задоволенням представляю вам нашу гостю. Це Людмила Хомич, експерт з питань працевлаштування. Вітаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, от в Запоріжжі на цьому ринку ситуація якось поліпшилася? Чи в нас багато заводів, підприємств закрилось за останні роки? К сожалению, рынок труда – это всегда показатель развития экономики в стране. Ситуация не улучшилась, наоборот, миграционные процессы набирают ход. И такая ситуация, к сожалению, не только у нас в Запорожье. Мы недавно общались с коллегами из Днепра. Очень много предприятий промышленных закрылось, и отток, особенно технических специалистов, за рубеж огромнейший. Кроме технических специалистов, уезжают также за рубеж обслуживающий персонал. Найти в том же Днепре и у нас официанта, повара составляет огромный труд. Поэтому похвастаться пока нечем. А взагалі, яка структура ринку труда у нас? Так? Якщо закриваються виробничі підприємства, а у нас багато фахівців, які мають і освіту, і хист якийсь, і любов до такої праці, то не всі ж підуть в офіціанти, так? Тобто, що у нас осталось на ринку праці? На що людина може претендувати? Давайте начнем с того, куда вообще деваются вот эти кадры, которые попадают либо под сокращение, либо освобождаются после закрытия предприятий и выходят на рынок труда. Исходя даже из ситуации на ЗАЗе, мы столкнулись с тем, что люди, особенно технические специалисты, они, как правило, очень большая часть уехала из города в другие города, более крупные, промышленные, в тот же самый Киев и за рубеж в том числе. Остальная часть пополнила ряды оставшихся промышленных предприятий. Люди, те, которые не решились на такие кардинальные шаги, как отъезд, они после безуспешных попыток поиска работы, особенно те, которым 45+, они пошли на более низкоквалифицированную работу. Конечно, обидно, они теряют при этом свою квалификацию. Сейчас сокращения идут в медицинской сфере. Мы наблюдаем, что огромное количество младшего, среднего медицинского персонала уезжает в Киев, в другие страны, работая теми же сиделками, домработницами, в вузах. Вот сейчас особенно начались огромные сокращения. Это обслуживающий персонал. Те же самые руководители там, подразделений, отделов, бухгалтера, отдел кадров, а лаборантов куча, они не знают, куда им деться. И если с бухгалтерами и с кадровиками ситуацию можно решить, усовершенствовав какие-то профессиональные компетенции, то что делать остальным – это огромный вопрос. Але ж медики жаліються, що не вистачає медичного персоналу саме середньої і молодшої ланки. На ті заробітні плати, які зараз існують, да, люди не хочуть працювати. Вони розуміють, що в іншому місці їм заплатять в 3, в 4, в 5 разів більше. Тому матеріальний мотив все-таки у нас зараз на першому місці в міграційних процесах. А щодо ейджингу, так, дискримінація за віком? То мені здається, ми так і не побороли це явище у нас. І роботодавці продовжують так от людей дискримінувати саме за віком, не розглядаючи якісь персональні здібності, дані, там, якості того, хто претендує на вакансію. Да, к этой категории до сих пор существует предвзятое отношение, несмотря на кадровый голод на рынке. Работодатели опасаются и считают, что категория 45+, 50+, это категория риска. Они опасаются того, что человек будет болеть, он будет плохо управляем, он плохо обучаем, костный в некоторых процессах. И поэтому здесь нужно самим специалистам брать инициативу в свои руки и продавать себя самим. Каким образом? У нас существует огромная ошибка в этом плане. Когда человек пишет, составляет резюме, он продает свой возраст, а не свой профессиональный опыт, не свои результаты деятельности, достижения.
Поэтому я бы хотела посоветовать таким людям прежде всего продавать свою ценность для компании. Убедить того же самого руководителя уже в резюме, что компании с данным специалистом будет лучше, она избежит многих ошибок, достигнет каких-то результатов, вот, нежели без этого специалиста. А каким чином? Бо якщо людина попадає в такий стан безробіття, як правило, в неї немає такої впевненості, ну це певна трагедія, тому там розписати, що ти спасеш, там, да, врятуєш оцю компанію, принесеш їй такі от прибутки, навряд чи людина, претендент, зможе це гарантувати в резюме. Ви совершенно правы. Такую же ошибку совершил в своё время Леонардо да Винчи, когда уже устав от нищенской жизни, написал письмо одному из господствующих в то время лиц, и он указал, что он сможет сделать, что он сможет построить танки, батискафы, стреляющие пушки и так далее. И попросил там какую-то оплату, проиллюстрировав это все своими картинками. Он получил место, но не главного живописца при дворе, на очень низкую заработную плату, ниже шута. Ошибка в чем? Ошибка была в том, что он предлагал себя вот в качестве того, что я смогу. Но он должен был продать себя, вот, что я уже сделал, что, какие результаты у меня были. Поэтому даже если вы гений, не бойтесь вот, презентовать себя с позиции «я могу и я сделал». От яким чином це можна зробити в резюме? Бо роботодавець вимагає, щоб воно було ємким, коротким, з описом всіх місць, де ти працював. Як туди можна втюхати от таку привабливу формулировку? Формулировку. Да. Ну, давайте візьмемо конкретний примір. Бухгалтер. Бухгалтер 52 года, всю жизнь работала в одном и том же предприятии. Понятно, что шансы устроиться в приличную компанию у нее минимальны, потому что конкуренция среди молодежи высокая. Поэтому, вот, изучив ее опыт и пообщавшись с ней при закрытии одной из вакансий, мы выяснили, что человек прошел 15 проверок успешно за этот период. Да, она работала в не очень большой компании, но она умеет отстаивать интересы компании, она грамотный специалист. И нам было достаточно одной формулировки, одной фразы вверху на резюме написать, что человек успешно прошел без штрафных санкций 15 проверок за какой-то период работы. Через несколько дней ее пригласили на собеседование, и она смогла устроиться на работу. То есть вот такие веские достижения свои сильные качества нужно выносить в заглавие, потому что, к сожалению, у HR, у руководителей мало времени для того, чтобы вчитываться полностью в текст. Вы правы, нужно излагать структурированно, нужно излагать главные вещи. Не нужно писать о 30-летнем опыте, который не имеет отношения к позиции, куда вы претендуете. Писать лаконично и вот как бы четко. У меня еще одна версия, ну, а вы поясните, чи є в ней який сенс. Дуже зараз популярною, модною стала професія саме HR. Коли ми кажемо, що роботодавець там по якимось, з якихось причин не бере оцю людину, цього претендента, вимагає того-того, насправді це вирішує той HR, який найнятий у ту компанію. А це, як правило, дуже молоді дівчинки, без досвіду, з певним поглядом на життя. Коли ми кажемо про зрілих людей, вони ж, здається, динозаврами для тих HR-ів. З іншого боку, розглядаючи молодого претендента, такий спеціаліст, ну от, слухайте, може ні, не завжди більш лояльний. Він може керуватися якимись симпатіями, так? Як, особливо, якщо це ланка чоловік-жінка, як правило, HR це жінки. Тобто, до речі, от саме така ситуація в багатьох прес-службах, коли неможливо через оцей бар'єр продвинутися і вирішувати питання і, ну, працювати цивілізовано. Так само з працевлаштуванням. Мені здається, це велика проблема, коли цю ситуацію вирішує такий не дуже
ну, профессийный HR. К сожалению, в этой среде есть как профессионалы, среди тех же молодых девушек, так и люди, которые пришли в эту профессию, случайно попали, не владеют технологиями, не понимают, чем они занимаются, такое тоже есть. Но с другой стороны, сами HR, это в защиту HR, они заинтересованы в том, чтобы успешно закрыть позицию, закрыть вакансию. И потом, если, допустим, или какие-то ошибки, не переделывать эту работу вновь. Поэтому вот опять-таки здесь перекладывать ответственность только на HR либо на рекрутера не следует. Здесь сам человек должен изложить информацию и убедить настолько, вот даже в резюме, чтобы его смогли пригласить на собеседование. До речи, вот все зараз, ну, принаймні, на рівні уряду заявляють, що будуть виводити бізнес тіні і так далі. Але ж левова частка, як правило, середніх малих підприємств набирає людей не офіційно. Тобто їх беруть з екзотом, виплачують щось. Особливо це в сфері продажів. Беруть на процент. І людина, яка залишилася без роботи, вимушена йти навіть на такі умови праці. Вопрос? Вопрос в тому, питання в тому, чи людині погоджуватися на це, чи все ж таки шукати офіційне працевлаштування. Бо це теж дискримінація в певному сенсі. Ви знаєте, на 100% відповідати, що правильно вот, соглашатися тільки на офіційне оформлення, я не можу вот, посоветувати, да? Тому що ситуації бувають різні. Ми сталкиваємося з тим, що чоловік оформлен офіційно. Ізначально прописані в трудовому договорі всі обов'язки, все моменты, все трудовые процессы, все условия. Но он сталкивается с тем, что директор, руководитель, самодур, он за те деньги, которые он платит, и за официальное оформление считает, что он может задерживать сотрудников, что он без 10-6 может назначать совещания, которые длятся там по несколько часов, выдергивать человека в выходные дни. И это не есть хорошо. И есть, сталкиваемся с тем, что да, неофициально человек оформлен, либо часть официально проходит заработная плата, часть в конвертах, но человек себя прекрасно чувствует. Он страдает в плане пенсионного обеспечения будущего, но нормальный коллектив, все это и нормальное отношение к нему, нормальная заработная плата. Все это происходит от того, что пока, вот смотрите, Германия принимает какие-то государственные программы, да, по привлечению мигрантов, Польша очень активна в этом отношении. Единственная Украина не предпринимает никаких попыток для того, чтобы остановить вот этот миграционный процесс, отток человеческого ресурса. И я считаю, что если бы правительство хотя бы уменьшило налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, уже больше бы открывали новых вакансий, больше было бы официальных оформлений при поступлении на работу, и ситуация бы немного улучшилась. Вам не здається, що Запоріжжя просто обезлюднює з такими темпами, ну, відсутності розвитку ринку труда? Ну, это касается не только Запорожья, это касается очень многих городов, регионов. Да, люди уезжают в поисках лучшей работы, в поисках лучших заработков. Кстати, вот в Киеве мы тоже в последнее время наблюдаем отток огромный. Это вот столица, уровни зарплат гораздо выше, нежели у нас в Запорожье. И тем не менее люди уезжают. А чему с Киева текают? Там же якість життя довольно пристойна. Уезжают, потому что все-таки хотят и больше зарабатывать, и быть более уверенными в будущем. Для людей важно удовлетворение базовых потребностей. Это и безопасность. У нас, вы видите, какой разгул
преступности, и страшно ездить даже в тех же маршрутках, да, как себя ведут водители на дорогах. Это и медицинское обслуживание, это и образование. Всем хочется детей устроить в хорошую школу, в хороший детский сад. Это и пенсионное обеспечение. То есть здесь очень много факторов, которые играют роль. Но с оттоком в Киеве специалистов тоже происходят интересные вещи. Сейчас образовалась новая высокооплачиваемая элита рабочая в Киеве. Угу. По уровню зарплат они догоняют белые воротнички. Допустим, если специалист с навыками промышленного альпинизма, в Киеве он может получать минимум 67 тысяч гривен. Це ми вже проходили, я вам скажу, у Радянському Союзі. Я пам'ятаю, щоб ти жив на одну зарплату. Це стосувалося інженера. Тобто інженер отримував в два рази менше, ніж... Ну, вот такая ситуация, да. И сейчас найти там хорошего сантехника, найти слесаря хорошего, плиточника – это большая проблема. Потому что раньше строительство-то развивается в Киеве, а специалистов не хватает. Раньше работали специалисты из Западной Украины, сейчас они уехали в Польшу. И вот проблема. Будемо дуже сподіватися, що дійсно щось зміниться, так, в першу чергу в нашій економіці. І тоді все буде гарно. Дуже дякую, дуже цікаво. Спасибо вам.